Так-так-так. Привет! Витёк здесь, и я пришел поиграть в игру, которая является, мне кажется, самой серьезной игрой, которая троллит самую серьезную игру. Да, это игра The Looker, и она троллит игру под названием The Witness. Так. Ну, The Witness переводится как свидетель, а The Looker как наблюдатель, видимо. Ха-ха. Прикольно. А, ты даже так умеешь? Ха-ха-ха-ха, так работает. Ха-ха-ха. Так. Знакомое что-то. В общем, помните The Witness? Там нужно было проводить... Не то, там нужно было загадки решать, чтобы что-то там включать постоянно и продвигаться куда-то дальше. То есть я типа самый умный, да? Блин. Так. К чему все это? Блин, куда-то наверх. Сгоняем. Игра явно туда нас ведет. Нет? Там какой-то куб генерирующей мощности. Стоп, эта штука вниз спускается там. Посмотрел, вернулся. Кто провода прокладывал? Электрику оторвите что-нибудь. Подсказка? You can do it. Ты можешь сделать это. I believe in you. Я верю в тебя. This is all you. Угу. А куда девается провод? Это под землю? Я могу под землю куда-то уйти? Не входить. Меня не пускают. Шахматы. Наверное, в шахматы еще придется поиграть. Так, ну хорошо. А что дальше делать? Вон там наверху что-то светит. Во, смотри. End start. Смотри. А, можно даже от конца к началу. Понял. Не дурак. Здесь пока все выключено. Да, это The Witness современности. Ого. Блин! И так сойдет. Читер кричат. Так, погоди, ну ладно, давай по-честному. А если вот прям через эту? Так можно? Не, так нельзя. Смотри, надо, чтобы не соединено было. Ладно, давай, я пройду твой лабиринт. Туда-сюда. Я как-то в пионерский лагерь ездил. Да здесь нету прохода внутри, посмотри, вот стенка идет летая. Здесь только вот так в обход можно соединить. Алло! Лабиринты мы рисовали в пионерском лагере. Это как? Нет? Погоди, а как? А как это пройти? Что за прикол? Не, это нечестно. Выпустите. Эта игра меня зачитерила. Пока нерешаемая попалась. До этого все были такие легкие. А здесь прям проблема. О, нашел еще. Так. Двойная. Хорошо. Так, отлично. Идеально пока идет. Можем эти провода. Кто их так проложил? А, вот, смотри, гиперкуб. Одну из веток я к нему подключил. Осталось остальные найти. Что-то в этих ящиках есть? Говорят, что эту дверь можно открыть.
О! Е! Взломал! Здрасте. Пустите, пожалуйста, дядя. А то я сейчас на вас что-нибудь нарисую. О! Какая-то секреточка. Ну, я понял, это старт. Ого, клёво. Он что, подходит? Вот это сейчас хоррорно было. Я услышал звук, как будто он что-то дернул. Так, а как тут? Сзади. Он пропал! Вот сейчас страшно. Что за дроб? Почему дробаш? Надо телек убить. Гениальный просто сюжет. Мураши пошли. О. Да, действительно, зачем? Можно просто стрельнуть. That's very original. Это очень оригинально. It just needs more red, I think. Просто нужно немножко больше красного, я думаю. Having paint at the edge of the canvas makes you look desperate. Try again. Попробуй говорить снова. А можно другую краску взять? Дичь. Здесь нельзя нарисовать. Можно куда-то дальше подняться. Ладно, давай дорешим вот эту загадку. Не выходи, говорит, за канву. I like it, but it's also kind of too red. А, слишком красная. Мне, говорит, нравится, но она слишком красная. Could you, draw less? Ты можешь меньше рисовать? No, try putting some more loops on it. Попробуй больше этих, как его, кружков. Now you have too many loops. Слишком много кружков. It simply must have more loops. Нет, нужно все-таки больше кружков. Есть! Есть! Победа! А что открылось-то? Какой-то звук был. Твинь-квинь. Ну что я открыл? А, вот эту дверь я открыл. Погоди, а там наверх что? А как солнце подвинуть? У меня солнечная батарея туда светит. Или солнечную батарею подвинуть как-то можно? Наверное, можно. Давай сначала внизу тогда решим загадку, она явно здесь есть. Не зря же нам здесь дверь открыли. О, лавочка, привет. Далеко бежим. Пошли дальше. Что это? Там лодка. О, провод. Там я был. Ого, пушки. Стрелять можно. Мочи! Что-то не туда попали. А может быть как-то вот так? О! Куда смотришь, туда стреляет. Вау. Мочи! Ба! Че, не попал? Не попал. Давай!
Готов. Отсюда можно рисовать? Офигеть! Есть! Точное попадание в яблочко! Вот это я понимаю, The Witness. Но! В брюшнину! А сколько мне кораблей потопить надо? Чтобы выиграть. Промазал. Ну, косой. Это был перелет. Потоплено. Так. А по деревушке надо стрелять вон туда? А я не могу по ней стрельнуть. Туда прицел не настраивается. Давай в эту штуку стрельнем еще. Ну и что, я победил? Где фанфары? О, тут спуск какой-то есть. Меня куда-то ведут до бесконечности. Ого! Снейк? Аэрохоккей? А почему нельзя поиграть? Я бы сыграл. О! Старт, энд. Еее, я нашел выход в главный зал. Пошли еще искать, что можно нарисовать где. Ну я могу эскенду завести. А-а-а! Это жопость какая. Есть вскрытие. Так, где я? Здесь кто-то играл в шахматы. Вон там есть SE. You can only get good at chess if you love the game. Grandmaster Bobby Fischer. Ага. Ты можешь стать хорошим в игре только если ты любишь шахматы. I hate chess. I hate chess. I hate chess. Я ненавижу шахматы. World champion Bobby Fischer. Бобби Фишер. Ты можешь, говорит, хорошо играть в шахматы, только если их любишь. Я, говорит, ненавижу, я ненавижу шахматы. Тут Джастин Бибер. О, нет, опять текст. Not only is the novice unable to perceive the board as the master does, but the master cannot perceive the board as the novice does. A master cannot see the bishop on e3 as a chunk of dead wood. Any more than you can look at your best friend's face and see a meaningless matrix of colors and shapes. The master once saw the board like this, but now there is no going back. International Master Stuart Rachels, The Reviled Art. Че, я победил. Так, победа. Здесь тоже все сделано. Ну тут мемы, да, и приколы. Огромное количество. Надо, правда, английский знать. Ну, либо использовать автоматический Яндекс-переводчик. Ха-ха-ха. Так, хорошо, ладно. Здесь вроде как мы посмотрели. Осталось только что-то непонятное наверху. Как это активировать, я пока не знаю. Солнце вроде не движется. Возвращаемся. А-а-а. Смотри, старт энд написано. Твою налево. Это я типа обошел, да? А-а-а, смотри, здесь наконец-то действующий лабиринт. Давай от выхода пойдем. Хорош. Пошла мазня. О. Through many births, I have wandered on and on, searching for, but never finding,
Better deals with 0% APR on certified pre-owned vehicles. For trucks tougher than a drunk Marine coming with legs pre-owned. Where we do the things that get things done. Спасибо за музыку. А где end? Beep. Что это за звук был? Beep. Кто это сказал? Beep. Кто это говорит? Beep. 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 Чем я ближе к финишу, тем он громче Beep. Говорит. Beep. 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 You're right there. I mean, beep. Beep. Come on, beep. 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 Yes, beep. 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 Yeah. Нашел. Блин, ржака. Блин, слишком ржачно. Так, так, куда этот провод ведет? Так, стоп. И мой вот этот вот. Ага. Осталось вот этот подрубить. О, во, я тут королеву завалил. А здесь еще одна загадка. Еее. Ключ. Что это такое? SE. О, поднимается. Там еще одна загадка, 100 пудов. Крестики, нолики. Какой-то меню. Так, вижу старт. И вижу финиш. Такое все мелкое. Yeah. Есть подруба. Я сейчас открою ворота и выйду, или что? Контент. Завози. Куда дальше? А, вот как раз эти корабли разбил, да? Я теперь могу плыть туда, или что? А зачем я сюда вышел, извиняюсь? О, арка! Погоди, погоди, погоди. Ёлки, это лабиринт. Давай правило правой руки. Все время направо. Давай, 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 найди выход. А может быть нам в центр надо попасть, кстати? А то я по периметру явно бегаю какому-то. Чего? Это как? Я потерялся! Спасите, помогите, что делать? О! Я нашел книжку. Еще книжки. Больше книжек. Где что нарисовать можно? Наверное, вот здесь. Точно. Рестарт. Надо затестить.
Я так понимаю, надо собрать все. А вот так хитро можно? О! Может, сначала синюю надо взять? А. А где очередность-то понять? Типа треугольник сложили с треугольником и получили песочные часы. А, по количеству углов, что ли? Первый круг. Здесь два угла, здесь три угла. Здесь больше углов. Здесь вообще хрен знает сколько. Просто орда углов. Еще больше углов. Какая-то умная игра становится. Сначала вроде рофл был, а теперь умный. Студент. Фух, я прошел ее, да? Ачивку получил. Тупо ради ачивки. А можно вернуться? А, это рестарт игры самой. О, закончено. Так, а куда теперь? Игровые автоматы. Снэк. СЕ соединил, отлично. Рестарт. Надо все время рядом рисовать. Проблем не будет. Блин, не туда начал рисовать. В другую сторону. У меня всегда открытый контур получается. Сколько можно? Скоро место кончится, так не соединю. Пора заканчивать игра, давай. Больше не будет. Будет, сказала игра. Ладно. Продолжаем движуху. Еее! Победа! А, по проводу идти теперь. Наверх. Ponytail, спасибо за Mac Edition. Нужно найти S и E, да? S и E.
Логично. Давай, детка. Больше очков. Победа. Ну, где босс? Ай. А. Реально босс пошел. И пока босс надо сделать. А. Успел. Черт. Надо максималку будет набрать как-то. Хорош! Я сориентируюсь, не успеваю. Что-то открылось. Видимо, 500 достаточно, чтобы выиграть. Погоди, я здесь уже был. Нет, погоди, это куб, вот этот желтый же, желтый куб. Желтый. А, вот лабиринт видно, кстати. Так, ой-ой. Ага, шорткат открыл. Куб. Желтый куб. Очень сложная игра. Что у нас там выходит? Может быть, это поможет. Ага, я понял, это как в The Witness. Сейчас луч направим, да, вон туда. Еще маленькая выезжает. Ну да, 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 затроллили, затроллили. Троллинг за видноса максимальный. Одна выехала, зеркало еще одна выскочила. Давай, я думаю, вы попадете в ту. Блин, она там раскладывается дважды, трижды. Ну хорош, давай уже быстрее. Приколисты. Что, нет? Ага. Наверх. Заработало. Самая сложная загадка, да, на сегодня? Первый, второй. Блин. Я уже облажался. Ну, значит, самое хитрое место, это как вот отсюда попасть сюда, потом сюда, отсюда туда выехать. Мы можем хитро сделать. Мы можем не сразу наверх поехать, а объехать это место, да? Поехать вот так. Вот так. Заскочить сюда. Потом сюда. Потом сюда. Потом сюда. Потом сюда. Выиграно.
Это что такое? Буква Е и буква С. Давай букву Е попробуем. От буквы Е можно на стенку полезть. Поэтому можно провести проводом. Ага. Что-то не красится. Нельзя. Тогда надо вот сюда идти. Вот по этой стеночке. Так, тоже прохода нету. Наверное, вот сюда, по бочечкам. Вот сюда. Здесь прохода нет. А вот здесь листья лежат специально. Вот сюда, на щит. Фигура. А, вот здесь, наверное, по мостику направо. Вот сюда, 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 и по букве S. И... The Obelisk. Obelisk of knowledge. The Obelisk of knowledge. Обелиск знаний. А, все, я понял. Stones of reflection. Обелиск знаний. Oh wait, it's a giant cat. Погодите, это гигантская кошка. Маньяковое ведение просто. Блин, идеальная игра. Просто для меня придуманная. Почему я раньше не играл? Мне ее советовали уже очень долго поиграть. Да. Все просили нарисовать мне маяк, и я смог. Так, а что на самом начале было, кстати, кто помнит? Это же кошка. Вид сзади. Авторские права за музыку придут. Что, не сак? Оу. Проснулся, типа? This has got to be some kind of whiz with the computers. Good stack of pennies. I would never hurt you. Let's see. Easy one. Достижение. Success. How's this? Nerd shit. Nerd shit. Now that's a book. Ah, one more puzzle before retirement. Игра закрылась. No! Где начало? Лего. The Witness где-то, кстати, там же начинается. Вот здесь мы начали, а вот в обратную сторону
Это вот здесь. Аптечку, Doom, Solve to Delete Save File. Реши, чтобы стереть Save File. Ладно, спасибо всем за внимание. Витёк был здесь. Это была игра под названием The Looker. Бесплатно, совершенно в стиме, можете сами скачать, поиграть. Было забавно. Лайки ставьте, в описании ссылочку на плейлист на группу ВКонтакте. Друзья, делите, добавляйте в плейлисты. Пока. Она закрылась.